Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, какие упражнения я делаю на спину, когда я сижу дома. Значит, у меня есть гантели. Они очень тяжелые, по 12 кг. Но вы не должны поднимать такие тяжелые гантели, если вы не готовы. Поэтому я вам покажу, как я начинала. Начинала я с бутылочки. Бутылочка с водой. Значит, упражнение, первое упражнение такое. Очень просто. Гинайте коленочки, слегка сгинайте коленочки, держите спину ровно, напрягайте живот, напрягайте спину и напрягайте все мышцы, которые задействованы в упражнении. Какое бы упражнение вы ни делали, это очень хорошо. Значит, берете бутылочку, наклоняетесь вперед, смотрите вниз, чтобы позвоночник был ровным, и начинаете подтягивать бутылочку, подтягивать локоть вверх и вниз. Вверх и вниз. Заметьте, вы напрягаете абсолютно все. Вы напрягаете все мышцы. И считаете до 20. 20 раз. 3 подхода по 20 раз. Обязательно дышите. Это очень важно. Следующее упражнение. Может, сгинайте колено. Значит, если это правое колено, значит, это будет правая рука. Правое колено и правая рука на диванчик. Немножко отставляете ногу в сторону. И упражнение похожее. То же самое. Подтягиваете локоть вверх, опускаете вниз. Все держите в напряжении. Это упражнение немножко легче, чем первое упражнение. Также считайте до 20 и делайте 3 раза на одну сторону. И 3 раза на другую сторону. Пожалуйста, дышите. Очень хорошо. Упражнение на полу. Встаете так. И поднимаете противоположную руку и ножку. Значит, если мы поднимаем правую руку, значит, мы поднимаем левую ногу. И держим в напряжении ручку и ножку, спину, живот. Все напрягает и дышит. Очень хорошо. Я также считала до 20. И сделала 3 похода по 20 на каждую сторону. Очень хорошо. Молодцы. Очень хорошо. Я уже чувствую, что я разогрелась. Следующее упражнение. Ложимся на пол. Смотрим ровненько в пол, чтобы держать позвоночник ровненько. Опять же, напрягаемся мышцы, тянем ручки вперед, ножки тянем и поднимаем ручки и ножки от пола и так считаем до 20. Все держим напряжение и дышим. Очень хорошо. Когда вы досчитаете до 20, опустите ручки и ножки, коснитесь пола. И оторвите сразу от пола и продолжайте считать второй раз до 20. Когда вы досчитаете до 20, опять коснитесь пола. И как? Коснитесь пола и опять отрывайтесь от пола. И держите в напряжении спину. Очень хорошо. Не забывайте дышать. И держать напряжение все тело. Вот такие простые упражнения я делаю дома, когда я не имею возможности идти в спортзал. Примерно это занимает 10-15 минут. Я вам хочу напомнить, что очень важно дышать животиком. Очень важно дышать глубоко. Когда вы сделаете все упражнения, это хорошо успокаивает.